Бля, ко мне какой-то челик сел. Чел, я так летал в соло, прикольно. Где-то маме. Раньше приехал. Прямо рядом с тобой где-то что-то суется? Да. Сейчас. Или ты убил его? Одного убил. Мне просто у военных не хватает, я забрать он мансует вокруг камня. У камня, да? Да, прям. Это все, он двое спасибо. Даже был. У меня еще дождь этот в стекле, короче, капли такие, смазанные ветром. Все хрен еще увидишь. О, там. Бля, ко мне опять пришли. Упор? Кого он? Фига, я там подарок убил. Ага. Сейчас справа в упоре еще. Убил. Да это два гения. Так, ладно, надо валить, короче, отсюда. А тебя заминировать, походу, хотя обгоняются. Да вот я и хочу свалить уже отсюда. Опять у тебя где-то? Вот ему все не угомонит, да я сдавил его, ему все не угомонится, короче. Ладно, я уезжаю. Я тебя починить могу, у меня с собой этот инструмент. Стой. Ты в вертолете хочешь сесть? Поднимись чуть-чуть. Ремонтный цех открыли тут на бугру. Угу. Да. Не лучшая, конечно, карта для вертолетов. Между контейнерами их выкуривать. Зато прятаться можно за ними же.
О, а чё стрелок так лагает? Ё-моё, с этой пехоты сколько? Чё стрелок так лагает? Меня дергает, как я не знаю. Меня нормально. Ведь... Я вообще похеру этой воздушной подушки. По ней кидает все, а она такая. Все, уничтожила. Куда ты пищишь? Я уже за дом улетел, да. Ой, грязь сделала, ой, грязь. Есть такое. Лагают. Ты тоже лагает все-таки? У меня нет, меня прекратилось. Спокойно секунду полагало и все.
Thank you.